Прием заявления для участия в конкурсе образовательных грантов проходит в Казахстане. Абитуриенты подают документы как в онлайн-формате посредством ЕГОВ, так и офлайн через приемные комиссии вузов. Также работает виртуальная приемная комиссия университетов. Стоит отметить, что прием заявления на грант от государства будет осуществляться круглосуточно. Біз бұл талапкерлерге бүкіл мүмкіндіктерді беріп отырмыз, дайындалып отырмыз. Яғни талапкерлер офлайн түрде, мінекеңіз өзіміз көріп тұрмыз, Евразия ұлттық университетінде. Мы создали все условия для абитуриентов. Они могут подать заявление для участия в конкурсе на образовательный грант как онлайн, так и офлайн. Приемные комиссии во всех вузах страны работают по модели центров обслуживания населения. Также в университетах действуют и виртуальные приемные комиссии. Колл-центры готовы принять заявления из отдаленных и сельских районов республики. К работе привлекли лучших наших сотрудников, самых опытных секретарей. Все находятся на непосредственном контроле как и у ректоров вузов, так и у профильного министерства. Хочу всем абитуриентам пожелать удачи. Арнайы біздің колл-центрларымыз дайын. Штаттық режимде бүкіл ең тәжірибелі қызметкерлеріміз, ең тәжірибелі қабылдау комиссияның хатшылары осы жұмысқа қосылған. Ректорлық, министрлік тікелей бақылауды ұстап тұрғызу сұрақты бүкіл талапкерлерге үлкен сәттілік. Напомним, в этом году было выделено 88 тысяч грантов для обучения на всех уровнях высшего и послевузовского образования. Для поступления в бакалавриат – около 73 тысяч, магистратуру – более 13 тысяч и остальные в докторантуру. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ, инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли. Далее – педагогические науки, информационно-коммуникационные технологии, естественные науки, математика и статистика. Прием заявления на грант продлится до 20 июля.